Злоумышленник, державший в страхе весь Октябрьский район, найден. Он приставал к несовершеннолетним в районе Богородского острова. Подозреваемому 27 лет, ранее не судим. Постоянной работы не имел и жил в квартире у сестры. Он распивал спиртное, стоял, ну, праздно проводил время, увидев несовершеннолетних, следовал за ними, впоследствии проходил вперед и потом разворачивался в обратном направлении. И подходил, то спрашивал время, в двух случаях он спрашивал время, после этого совершал преступление. А в другом случае он просто подошел и под угрозой насилия похитил, получается, ювелирные изделия и сотовый телефон. Подозреваемый заявил следствию, что он насиловать своих жертв не собирался, а просто хотел запугать. Кроме того, он утверждает, что нападение никогда не планировал. Мужчине предъявлено предварительное обвинение в совершении преступлений по статьям покушения на насильственные действия сексуального характера, а также грабеж с угрозой применения насилия и разбой. Сейчас он заключен под стражу, проводятся следственные действия.